Чуба-дуба-дуба-пада-па-па. Е-е-е-кря. Всем привет, дорогие друзья, с вами Винди. Сегодня мы поиграем с тобой в игру под названием Card Life. Это что-то вроде, знаешь, такого Майнкрафта 2. Я назову это Майнкрафт 2, потому что почему бы и нет. Вау, тут персонажа можно своего создать. Страдает парень. Посмотри, это лицо страдания. Идеально, красиво, поехали. Это я. Лесоруб, свалите дерево и собери древесину. Е-е-е, погнали, бой. Так, подожди, это кто? Кто наверху? Сразу узнаю Майнкрафт. Слушай, а на самом деле графика-то довольно приятная. А я могу умереть? Самый важный вопрос. Могу ли я умереть, если я упаду? Ну-ка, кулаками. Это работает. Ага. Но. Дерево, падай. Дерево! Красава. Так, ачивочка получена. Хорошо, что здесь есть обучение. Получите свои награды. Жижа. Я получил. Так, еще ткач. Волокно используют для того, чтобы связывать предмет друг с другом. Оно использует... Да пофигу. Соберите волокно с куста льна. А как собираю? Я все собираю, просто ударяя по этому кулаками, правильно? Весенние ягоды. Растительные отходы. Фу, блин. Растительные отходы звучит совсем нерадостно. Опять растительные отходы. Отпилен. Сори, я не знаю, что такое лен. Я живу в деревне, поэтому я не знаю, что такое лен. О, вот это лен. Ништяк. Получить свои награды. Награды это я люблю. Подходящий инструмент. Сделайте деревянный топор. Ага, о, бой. Так, деревянный топор мне нужен. Деревянный топор. А я могу нарисовать его, типа... Норм. Хуёвый топорчик получился на самом деле, но пойдет. Съешьте весенние ягоды, чтобы утолиться. Хорошо, я понял тебя. Сейчас съем, где мои весенние ягоды? Где мы? Кто стырил мою весеннюю ягоду? А ну положи обратно, где она? Нас, кажется, завелся в... Ты кто такой? Здорово. Тихо, не ори на меня. Не ори на меня. А, вон они, ягоды. Йоу. Ни хрена, как стартовать. Не-н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 е. Такого счастья мне не надо. Сори, до свидания, какой-то рептилоид. Да не ори на меня, дурной, что ли. Пошел вон. Смотри, там какая-то корова здоровая. А! Сука! Так, ну ладно, ты хочешь драки, будет тебе драка, получай. Получай, паскуда. Так, по-моему, я сейчас умру. На. У него 1000 жизней! Так, текать, пора бежать. Корова, помоги, спаси, корова. Молю тебя, пожалуйста, умоляю тебя. О, это медведь. Так, медведь, я надеюсь, ты френдли? Ты френдли, медведь? Медведь, на меня нападает там ебака. Убей ебаку, меня не убивай. Так, ебака отстала. Медведь на меня как-то злобно смотрит, мне это не нравится. Так кто опять орёт? Меня пугает просто все в этом мире. Все в этом мире опасно и хочет меня прикончить. Я уже понял, насколько это я попал не туда. Бляха, ну на самом деле прикольно. Так, подходящий инструмент. Шпоньк-шпоньк, пора подкрепиться. Угу. Ага. Сейчас поедим. Поел. Красава я вообще. Давайте мне сюда свои ягоды. Картонные войны. Сейчас падают ресурсы. Сделайте деревянный меч. Оу, мэй. Ну, это мое любимое. Сейчас, подожди. Сейчас своим хуевеньким топором все поломаю. Ну, бляха, какие-то дыры сделал. Мне нравится концепт того, что все можно делать, ну, типа, рисовать самостоятельно, бляха. Это будет очень весело. Можете, если игра вдруг понравится, можете... Дерево! Можете, короче говоря, в группе присылать варианты, чего можно сделать. Чего можно нарисовать здесь. А я опять что-то съел. Сори, у меня просто нижняя часть экрана закрыта моим меню, поэтому я ничего не вижу. Не ори на меня, я не слепой, я просто немного тупенький. Ну, чуть-чуточку совсем. Пошли, медведи, заебашу. А чё он? А чё он? Живет такой медведь, как он смеет вообще? Так, где мой меч? Где мой меч? Я хочу убивать. Каменный короткий меч. Да какой мне каменный короткий меч? Фу, забей. Так, мне нужно волокно, я понял тебя. Я понял тебя. Великий Васяк выдвигается за поиском волокна. Вон он, волокно, я вижу тебя. Или стоп, это не волокно? Нет, это, по-моему, куст с ягодами. Да, это... О, вот он волокно. Ништяк. Так, ну давай ягоды это тоже соберу. Хавать-то хочется. Кушать-то надо. Ом-ном-ном, это все хотят? Неплохо. Бери. Хорош. Хорош, 4 волокна. Так. Хе. А, ну, я шедеврально делаю меч, поэтому мой меч будет, я не знаю... Давай сделаем жесткий меч. Прям вообще жесткий меч. Оп. Оп. Оружие убийство. И давай еще в центре сделаем дырочку. И еще одну дырочку. Знакомься, это Петруха. Петруха любит убивать.
Петруха очень любит убивать, поэтому он улыбается. Петруха, пойдем со мной. Мы будем мудохать. Привет, Виндяй. Привет, Петруха. Здравствуй, Петруха, побежали. Лег, какой радостный Петруха. Ох, ох, Петруха. Сейчас мы с тобой замутим. Сейчас. А, стоп. Мне ж нужна ачивочка. Сытный обед. Победив некоторых существ, победить существо. Затем съешьте его мясо. Брутальненько. Брутальненько. Вон она, эта ебака, которая на меня нападала. Иди вон отсюда, стерозавр. Нафиг мне динозавр? У него 1000 жизней, он меня распыдросит. Я не хочу этого. Я хочу найти кого-нибудь слабого. Какого-нибудь школьника, чтобы его можно было отпинать. Потому что никого, кроме него, я здесь не отпинаю. Любой другой меня, скорее всего, отпинает. Где моя добыть? Самое важное — это тихость. Я могу сесть? Не могу. Иди сюда! На! На! Гигантская черепаха! Так, ладно, гага, я понял. Сори. Все, гигантская черепаха, я был не прав. Жрать набегу. Так, кабан. По-моему, меня кабан тоже убьет. Меня в этом мире все бьет просто. Кабан, сколько у тебя жизней? У вас полон живот. Да, блин, здорово. Кабан? А, я лечусь. А! Тупой дикий кабан, ты дебил, а не кабан, умри. Давай, Петруха против кабана. Так, айвэн, я могу айвэн. Жри. Так, ладно, пора бежать. У вас полон живот. А жить? В смысле? Я прямо на нем ожил? Тихо. Пошел вон. Сколько жизни у тебя? Ага, я понял, он восстановил жизни. Это плохо. Так, собирай все. Собрать все. Петруха, ты вернулся ко мне. Петруха, где Петруха? Петруха. Да ты охеревший, что ли? Я тут, между прочим, оружие переодеваю. О, Крабстер, здорово. Сколько у тебя жизней? Сколько жизней, Крабстер? Крабстер! Сколько жизней? Кто? Краб, это будет моя добыча. Ай! Хватит! Не кусай мне жопу. Крабстера я смогу съесть. Так, пойдем. Мне нужно... Кто такой? А, это куст. Сори, куст, я тебя обознался. Так, медведь. От меня теперь отвалили? Ну? Кто теперь-то со мной надра... О, краб. Хе-хе. Краб, это моя добыча. Краб, это то, что мне нужно. Краб, это именно то, что я могу победить. Это единственное, что я могу победить. Ничего я больше победить не могу. Но краб, это норма. Где мой краб? Петруха. Ой, Васян против краба. Оп, краб мне помехал. Здорово, краб. Я убью твоего товарища, ты не против? Хорошо, он не против. Он отвернулся, такой сказал, типа, все, мне похер, он мне все равно должен. Так, на, все, этого краба я могу убить. Мы убили краба. Ачивочку мне быстро. Привет, крабик, здорово, приветики. Так, убивать я его не буду, этот краб помахал мне руками. Если ты хочешь, чтобы я тебя не убил, помахай мне руками. Это неправильно звучит, но ты понял. Эй, а съешьте его мясо. А из краба выпало мясо вообще? Краб. У вас полон живот. И как я тогда поем, если у меня... Так, ладно, надо нагулять аппетит. А пока что у нас дальше будет? Ландшафтный дизайн. Соберите землю руками. У-ху-ху. Копаться в грязи. Я же ютубер, я такое люблю. Не. Ого. Ни хрена себе. Ландшафтный дизайн выполнен. На меня, по-моему, земля только что рыгнула. Так, ландшафтный дизайн. Готово. А, то есть я могу пропускать ачивки. Установите деревянную основу для начала строительства. В здании... What? А откуда я возьму тебе деревянную основу? Что такое деревянная основа? Ну-ка, подожди. Деревянная основа... Деревянная реликвия, которую можно заколдовать. Охренеть, сколько здесь крафта, ты прикинь? Вот она, квадратная деревянная основа. Я не знаю, что на ней. Пофиг, пусть будет так. Я не знаю, что за деревянная основа, поэтому... Ого! Так, давай вот здесь вот поставим. Здесь, по-моему, нормальная местность. Не, я не хочу на болотах. На болотах отстойно. Тут какой-нибудь Шрек ко мне придет и скажет, да это мое болото, и убьет меня. Так, я вижу там ебаку, я не хочу с ебакой драться. Опа. Привет, пещера. Ты слышишь, кто-то рыгает постоянно. О, я вот здесь вот построюсь. Здесь как раз дыра, мы будем в дыру лазить потом. Хорошо, ачивочка. Дом, любимый дом. Ну, пока это не особо любимый. Так, разместите деревянную дверь. О, лайк можно поставить? Как лайк поставить? Как лайк? Это что такое? Так, ладно, я не хочу это знать. А мне нужно теперь дверь. Где моя дверь? Дверь. Все орет на меня просто. Все звуки издает.
деревянная дверь. Готово. Эй! А почему мне не дали возможность дверь здесь? Он следит за мной, ты видишь? Он следит за мной. Иди нахуй, тебя здесь не звали! Все. Так, давай, чувачку. Хорошо. Мне нравится, реально мне нравится. Доберите камень при помощи кирки. Проблема, Хьюстон. У нас проблема. Я бомж, у меня нет кирки. Что надо на кирку? Волокно, понял тебя. Так, поесть могу теперь? У меня полон живот, хватит! Мне не нужен полон живот, мне нужно ломать. Мне нужно крушить. Так, мне нужно волокно, кроме прочего. Лишняя краба. А, крабстера убил. Так, нам нужно волокно. Волокно я буду добывать, конечно, кулачками. Нолик. Нолик на кулачки. Потому что, ну что, кто кусты рубит топором? Явно не я. Так, у нас есть еда. Но с едой у нас проблем не будет. Смотри, у нас как бы есть вообще все, что надо. Все, что надо. У нас есть ягоды. У нас есть волокно. У нас есть кабаны. Быдло такое. Быдло кабаны, которые мы можем потом побить. Потом. Пока что кабаны слишком жесткие. Мне нужна для них, наверное, броня какая-то. Так, сколько у меня уже? Е-бой! О! Так, ну, значит, будем не... Короче, как нарисовать-то? Я хочу как-нибудь оригинально, но я не умею. Я слишком... Давай вот так вот нарисуем просто. Вот так, вот так. О, май! Как же это круто! Как же это классно! Вот этим все можно рубить. Это просто идеальная кирка, скажи. Идеальная кирка. Блаженство, а не кирка. Оп, плюс кирпич. На работу! За работу, тварь! Так, доспехи снижают. Сделайте каменный доспех оруженос. Ого, жестко звучит каменный доспех оруженос. Медведь, я вижу тебя! Я вижу тебя, медведь, я тебя убью. Я жесткий, я злой. Не смешивайтесь со мной. Ой, то есть, Короче, идите вон! Всех побью! Всех побью, кто против меня. Так, сейчас доспехи сделаю, пойду побью кабанчиков. Потому что кабанчики меня унизили. Я не хочу остаться униженным. Где мои доспехи? Доспехи оруженосца. Что надо? Опять волокно. Да сколько нужно этого волокна? Я работаю ради волокна, блядь. Так, можно это убрать как-нибудь отсюда? Оп, красава. У меня просто из-за того, что у меня штука, то штука она как бы есть, и поэтому неудобно. Ого. Свет. Иди отсюда, срака. Иди отсюда. Так, я с ней связываться не буду. Ну, ее в баню. Она какая-то дурная. Хотя, блин, там единственный лен. Это лен мне нужен. Так, ладно, по-тихому. Не пали. Сама тихо. А, фак, он меня заметил. Он идет в атаку. Я собираю лен, пошел он. Да я собираю. Ну, что тебе нужно-то? Ау! Так, ладно, я понял. Все плохо. Я собрал 7 льна. По-моему, достаточно, нет? Я очень надеюсь, что лен возрождается. Где моя же хата вообще? Вон она, я вижу. Идеальная хата, просто посередине. Да ну нахрен, тут демоны появляются. Гриша, ты ёптумать, что здесь делаешь? А, сори. Он моего одноклассника мне напомнил. Так, лен, мне еще нужен лен. Готов отдаться за... Где лен? Вон он, лен. Спасибо. Я не знал, что это так работает. Я попросил его, его мне дали. Так, где мой деревянный доспех оруженосца? А, доспех пусть будет какой. Ой, в принципе, пофигу пока. Неважно. Восьмерочка. Как ее одеть? Восемь. Как одеть-то? Так. Е-бой. Е-бой! А, хорошо. Хорошо. Теперь у меня есть мечик получше. Не, ну как бы нормально, живем. Слышь! Чё ты там говорил про меня, а? Иди-ка сюда. Поесть могу? О, плюс очивочка. А, где-где-где? Сытный обед. Готово. Чё дальше? Победите волка и добудьте... А ну, где волк? Иди сюда, псина позорная. Псина позорная. Ты псина? Ты кто? Я не могу понять. Ты корень или псина? Знаешь, у меня в жизни всегда проблемы. Я путаю корень и псину. Да, понятно. Моей маме было неудобно, когда я вдруг назвал какой-то корень Бобиком и пытался с ним погулять. А это оказался корнем. Так, где... Волк. Где водятся волки? Ну, в лесу. Но я же в лесу, а волков не вижу. Я вижу там Жорика еще одного. Вон он, Жорик ходит. Здорово, Жорик. А сколько у Жорика жизни? Я могу его отмудохать? Мне всегда не нравился Жорик. Ёпта, Жорик! Жорик, сюда! Жорик. Ты сильный, нет? На! О, Жорик! Ха-ха!
Жорик получил. Это тебе за математику, гад. Это тебе за русский язык, гад. Это тебе за проблемы, которые ты мне создавал. Но, дева, получай. 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 Слабак. Грубая шкура. Вот кто ты. Грубая шкура. Я так тебя буду называть. Где кровать-то? Где кровать-то? Где спать-то? Куда мне себя положить? Уйди, 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 уйди! Ебака летающая! Еблон Депетросович, пошел вон от меня! Где он? Слушай, он жирный. Ну-ка, давай попробуем. О, маленький! Очень слабенький! Очень слабенький! Даже ударить меня не может. Еще одна грубая шкура. Я говорю, все шкуры грубые. Вот она простая. Во, вот это то, что надо. Светлая шкура волка. Да пошел вон, Жорик. Я волков ищу. Мне не нужен ты, мне нужны волки. Ты не волк, Жора. Я понимаю, ты в школе назывался волчарой, но ты вообще ни разу не волк. Ты псина, понимаешь? Псина ты, Жорик. А ну иди сюда. Может убить его. И вот сейчас обязательно в комментариях какой-нибудь Жорик напишет. Я Жорик. Обидно, между прочим. Печаль. О, здесь хата была бы идеальная. Сори, Жорики. Это я лично этого Жорика хейчу. Не любого другого. Вау. Это что такое? Это... Космический корабль ко мне прилетел. Не, по-моему, это облака. Какие-то они прям похожи на выпердыши какие-то страшные. Ну ты это, ну а акстись, ну. Так, ну ладно, пойдем тогда искать волка. Нам нужен волк. Хотя нет, знаешь, нет. Давай, наверное, на этом закончим. Я надеюсь, тебе понравилось. Напиши в комментариях, понравилось ли тебе. Я даже не знаю, понравилось ли тебе, но напиши в комментариях. Ну а пока на этом все. Пока-пока-пока. До скорого. Удачи.